Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня посмотрим на новинки в магазине Fix Price, это город Челябинск. Поддержите видео лайком и приятного просмотра! Снова привезли большие тетради на спиралях, формат А4. Листы в клетку, без полей. 80 листов, цена 99 рублей. Маленькие косметички, закрываются на молнию, размер 6 на 17 на 10 сантиметров. Мягкий материал сверху. Внутри есть аккуратный подклад в тон, косметички немного блестят, тактильно очень-очень приятные. В розовом, черном и молочном цвете, черные больше всего блестят, за 199. Набор резиночек для волос детских, 4 штучки с декором, 59 рублей. Декор отличается. Плойка для волос, недавно привозили выпрямитель. Керамическое покрытие, диаметр щипцов 19 мм, максимальная температура 180 градусов. Супер милый, маленький, компактный вариант для дороги. 180 градусов это немного, волосы пережечь не должны. Из минусов провод не крутится, цена 299. Еще одна новинка, тоже связана с волосами, это распылитель. Пригодится домашним мастерам, механизм работает отлично. Белого, черного, сиреневого цвета, цена 124 и розовые. Декоративное растение в горшочке фиалка. Горшок черного цвета с белыми разводами. Фиалки есть розовые, сине-сиреневые и белые. Земля как натуральная, цена 249. Маленькая стеклянная вазочка буквально на один цветочек. Цена 99 рублей. Снова в продаже ароматические наборы объемом 20 мл, цена 199 рублей, с ароматом садовой розы. В наборе есть маленькие вазочки в двух цветах, и сами вазочки отличаются, плюс палочки нестандартные. Нашла новые искусственные цветы в красном цвете. В прошлый раз в нашем магазине были выставлены только белые. Цена 199 рублей. Женские трусы, классическая модель. С краю есть кружевная вставка, максимальный размер 56, 92% хлопка, есть однотонные, либо в горох за 199. Летние шляпки, не очень широкие поля, с черной декоративной лентой. С обратной стороны можно немного затянуть, но отдельно резинки нет. На обхват головы 58-59 сантиметров, состав 100% бумага, светлые и темные за 249 рублей. Снова в продаже летняя обувь, подойдет для пляжа, хотя в самую жару я и летом в них ходила. Можно отрегулировать по высоте, на выбор два цвета. У этих две перемычки, но я знаю, что бывают с одной. Женская обувь, супер блестящая, здесь лаковое покрытие, широкая подошва, состав полиуретан, блестки не осыпаются, с небольшим подъемом, цена 349 рублей. И еще больше выставили летней обуви под кроксы. Есть в ярких цветах, немного отличаются, здесь с огоньками, цена 299. Заметила новые хлопковые шоперы-сумки с рисунками. Сумки представлены в белом и черном цвете, здесь с одуванчиком, есть с надписями на английском языке про любовь к планете. Двигайся вперед. Цена 199 рублей. Декоративные подушки-бабочки, выполнены аккуратно, даже сверху есть усики. Оранжевые уже из рук забрали, цена 199. Большой белый салатник напоминает цветочек объемом 1,8 литра. Цена 199, опаловое стекло. Вновь привезли ложечки деревянные, длиной 19 сантиметров. Когда-то купила и до сих пор берегу, боюсь пользоваться, цена 24,70. Новые мельницы, двухцветные, сверху крашеное дерево, снизу нет. Этот товар из коллекции Loft, цена 149 рублей. Крашеная часть мне не нравится, как выполнена, не везде прокрашена, еще есть какие-то царапины. Еще один элемент из коллекции Loft, это корзинка в белом цвете с деревянной ручкой. Размер 24×24×15 сантиметров, цена 199 рублей. Ручки есть потемнее, посветлее, мне кажется, корзинки разберут быстро. Неожиданно на Королёва привезли пиала, я знаю, многим они понравились, за 99 рублей. Пластиковая прямоугольная менажница, разделена на 4 части, 21×16×4,5 сантиметра. Цвета в ассортименте для перекусов за 83. Яркие крышки для банок,
Полимер сад, изготовленный в России. Актуальный в период заготовок, цена 6,50. Это еще не все. Пришли жестяные крышки для консервации за 6,10. Цветные жестяные крышки, маленькие, за 7,80. Большие за 14,10. Вновь к летнему сезону заметила тележки для песочницы. Есть веревка, шнурок. Цена 299. Разноцветные игрушки-скользуны. В упаковке не такие скользкие, но я трогала без. Очень. За 99. Маленький велосипедный светодиодный фонарь с тремя режимами свечения. Простое крепление. Цена 79 рублей. Мягкие жалюзи. Для них даже не нужно будет что-то сверлить. Инструкция на упаковке. Серые, черные, белые и синие. Цена 149 рублей. Размер 150 на 50 сантиметров, но так как это тканевая основа, можно ее обрезать. Инструкция достаточно подробная. Органайзер для ванны разделен на три части. Есть три присоски, они крепятся снизу. Это если будете закреплять на раковине. Также есть наклейка в основе крепления для фиксации к стене, цена 99 рублей. И горка слив для жидкости в темном светлом цвете, и видела еще желтые. Корзинка для хранения с крышкой, перфорация, есть отверстие для рук, объем 17 литров, 365 на 275 на 215 миллиметров. В наличии в бежевом и синем цвете, цена 249 рублей. Корзинка хозяйственная, такого яркого цвета точно не пропустите. Пластик не тонкий, изготовлен в России, точных размеров нет. Сделано так, что можно ставить друг на друга. В двух цветах для пищи не подходит. Цена 124 рубля. Самые забавные ёршики, которые я когда-либо видела, и особенно в фикс-прайс, в виде лебедей. Есть в белом и черном цвете, не очень удобно их доставать, и мне кажется, здесь неправильно соединили. За 149. Неожиданно на Академика только сейчас выставили огромное количество футляров. Мы с вами их открывали, и открываются несложно. Цена 59 рублей. Happy Kitchen. Кухонные полотенца из 100% хлопка. Полотенца тонкие и, по ощущениям, я бы сказала, немного скользкие. Отличаются цветами. Есть со стрекозами, с китом и в сером цвете. К пошиву претензий нет. Размер 40 на 60 сантиметров, но мне кажется, цена завышена. Все равно 149 рублей. Набор губок для посуды 7 на 10 сантиметров. Две штуки, мягкие. Точно разберут те, кто не любит яркие губки. Цена 49,50. Я недавно в фикс-прайс покупала вот такой набор губок. Здесь 5 штук за 39,50. Они пышнее этих, но по качеству мне понравились. Хоть и яркие. От Чистин появилось сразу два средства. Это спрей для кухни антижир за 99, объем пол-литра. И гель для кухни антижир за 59 рублей. Формат менее удобный. Объемом не отличается, пол-литра. Тут каждый выбирает для себя. Средство для пола и твердых поверхностей с ароматом лаванды и куалита. На Королева стоят в самом низу, к сожалению, цены нет. Подскажите, если знаете, объем 1 литр, предположительно 100 рублей. Давно в продаже не было крем-мыла от завода братьев Крестовниковых. Это мыло с добавлением алоэ, 135 грамм, 59 рублей. Пользуется спросом и поэтому не самое бюджетное. Такое мыло пришло еще с миндалем, туалетное мыло для дам и господ, парфюм и бальзам, и с ароматом розы. Хрустящие изделия с начинкой, миндалики. Мне кажется, подобные продавались, но в другой упаковке. Со вкусом шоколада, на масле растительного происхождения, 250 грамм за 59 рублей. Сегодня в Чижике ажиотаж, как всегда новинки. Привезли женский костюм. 100% вискоза, размер 46-56. Расцветки, конечно, вау. Я бы сказала, очень яркие и на любителя. 599 рублей. Лично, на мой взгляд, материал по ощущениям не очень приятный. Был один скрытый вариант, его вам и показываю. Футболка с коротким рукавом и очень длинные брюки. Широкие, на резинке. И есть карман. Сегодня достаточно много вещей появилось. Вот и женское платье. Двухцветное, судя по картинке. Из хлопка. Туфли, очевидно, что женские, домашние.
за 199 рублей, хотя на ценнике до 45 размера, возможно, есть мужские. Снова пришли следочки, цена 39 рублей за пару. Расцветок много, я как раз сейчас в таких стою. Скажу вам, они синтетические, немного жарко. Кальзини, набор носков с очень широкой резинкой, высокие. Скорее всего, подойдут на узкую ножку. Хлопок 60%. 3 за 199. Очень понравилась вот эта расцветка, но носки брать не буду. Мне они точно будут давить. Одеяло Grand Sun из микрофибры. В составе наполнителя есть бамбуковое волокно, 599 рублей. Размер 140 на 205 сантиметров. От этого же производителя подушки 50 на 70 за 299 рублей. Ящик складной, собирается без инструментов. Размер 32 на 24 на 13 сантиметров. С перфорацией со всех сторон. Цена 199. В наличии белого и серого цвета. Огромный домик продается в коробке, это раскраска кафе, 499 рублей, 110 на 75 на 95 сантиметров. Потрясающая находка для дома, это корзина для белья, должна быть с крышкой, размер 35 на 50 сантиметров, сейчас она в сложенном виде, в развернутом будет цилиндрической формы. Корзина имеет бамбуковое покрытие и две ручки, стильный дизайн, цена 699. Такие столики уже тоже когда-то были в продаже. Можно поставить планшет, также стакан, ножки раздвигаются. В светлом и темном дереве за 799. Fun and Box, развлекательные первые пазлы о диких животных. Крупные детали, 6 игр в наборе. Также есть про фигуры и цифры за 199. Стул-стремянка Fortis. Выдерживает 90 кг, размер 43 на 39 на 50 сантиметров, из массива березы. Необходимо эту стремянку еще собрать, это вам не фикс прайс. Цена 999 рублей, можно покрыть лаком. Карточные игры для дошкольников. Логические игры, внутри 100 заданий, для детей от 7 лет. Умные игры для дошколят от 5 лет. Игры для начинающих изучать английский язык от 6. Цена 149. И загадка для мозгов от 8 лет. Внутри 50 карточек. Первый атлас для детей о природе. Цена 99 рублей. Мне кажется, подобные можно найти фикс прайс. Но навряд ли цена будет ниже. Яркие картинки, есть текст. Каждую неделю можно приходить в Чижик и находить для себя пижаму. И снова два варианта, хлопковые, размер 46-50, шорты и футболка. Если футболки совпадают с изображениями, то шорты совсем других цветов, цена 399. Я уже упоминала, что одежды здесь много, появились детские футболки, изготовитель Ташкент, максимальный рост 128, 149 рублей для мальчиков и для девочек. Футболки с круглым вырезом, коротким рукавом и яркими принтами. Набор универсальных салфеток из микрофибры. В упаковке 10 штук, цена 99 рублей. Набор стеклянных салатников, 5 штук с крышками. Максимальный объем 900 мл за 249. Эти наборы очень похожи на те, что фикс прайс, но чаще немного другой формы. Перед покупкой лишний раз проверьте. Прямоугольная форма для запекания мастерица. Размер 27 на 35 сантиметров. 349 рублей. С ручками. В борьбе с комарами поможет Раптор. Цена 299 рублей. Внутри сразу идет прибор плюс жидкость. Яркий набор, 3 пластиковых салатника и 1 дуршлаг. Самый большой салатник 5 литров. Цена 199. И вновь в Чижике невидимый антиперспирант Деоника для мужчин. Цена 164. Пятновыводитель Ваниш без хлора и фосфатов. 1 литр за 279. Удлинитель в оранжевом цвете с пластиковым держателем. Одно гнездо, длина 20 метров. Мощность смотанного капеля 650 ватт. Размотанного 1300 за 799. Электровеник от Galaxy Line
цена 1599 рублей. Объем контейнера полулитра, легкая чистка, трубка длиной 97 сантиметров, зарядка за 5 часов, есть индикатор, съемная щетка и тряпка в комплекте. На Чечерина, признаюсь, всегда тяжело снимать, здесь большая проходимость, и частенько на полочках вы встретите вот такое. Конфеты жевательные Фрутелла Мини, 8 штук за 79. Конфеты Райское Облако, Блаженство в легкости, со вкусом 3 шоколада за 79. Закусочка Баварская, Дядя Ваня имеет спрос, цена 89 рублей. Нектар Мой, со вкусом персик, яблоко, почти 2 литра за 119. Акульчев за 199. Медовый чак-чак Тимоша, цена 79 рублей 250 грамм. Карамельный чокопай за 159 пришел. Печенье помпини 650 грамм 199 рублей. Начинка йогурт малина. Печенье полет 600 грамм 199 рублей с кусочками шоколада. Биг Бон Вок со вкусом курица с соусом терияки, цена 39 рублей. Ессентуки пол-литра в стекле за 32. На сегодня обзор заканчиваю, благодарю за просмотр. Все скидки вы сможете найти в моем телеграм-канале, ссылочка в описании. Всем хороших покупок, до скорых встреч, пока-пока!